В общем, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Вы, сразу говорю, извините меня за то, что я так поздно снимаю реакцию. Через час только после выкладки видео Эдисона. То есть, вы сами видите, во сколько Эдисон выложил. Он выложил... Когда? Он выложил час назад, а я только сейчас проснулся. Вот признаюсь, я не выспался. Я в 9 утра просыпаюсь, соседи... А я... И потом я снова засыпаю, потому что я не высыпаюсь. Я обычно просыпаюсь в 12 часов дня. Вот. И я проснулся, короче, в 4 часа и 30 минут. И смотрю, Эдисон уже выложил. А вот такие: Богдан, где реакция на Эдисона, говнюк? Ну вот я снимаю. Завтра такого не будет, простите меня. Короче, если что, у нас есть Телеграм. Там эксклюзив выходит чисто. Сниппеты треков, и 1 мая у меня выходит альбом. Все, погнали. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также... Привет тебе, Эдисон. А, кстати, лайкос. Вы нам тоже лайк поставьте. Котимышка кровожадная. Эй, ну я, конечно, люблю свинюшек и коровяшек убивать, но это не значит, что я кровожадная. Так, я как понял, это его девушка, все. Мышку спасибо. И сегодня мы находимся там, где ночью на улицу никто и никогда не выходит гулять. Так. Мы находимся там, где люди никогда не платят за электричество, поэтому... Бункер. Всю жизнь сидят дома в темноте. Мы находимся там, где никто никогда не летал в отпуск, никогда не загорал и никогда не видел солнца. Пещера. Мы в Сыктывкаре. Да-да, это такой город. Там на самом деле вообще никогда нет солнца. Во всех городах есть солнце, в Сыктывкаре нет. Там даже дети в детском садике рисуют домик без солнца. Они не знают, как оно выглядит. Бед... Без солнца. Бедные дети. А чё, Сыктывкар такой бедный город, что там никто никогда не платит за электричество? Да, сидят в темноте. У них мелатонин вообще вырабатывается. Хорошо, кстати. Но вот загар у них вообще... Мелатонин? Мелатонин. А, ну, типа мелатонин, это же... Мелатонин. По биологии я проходил это. Это у кого какое? Типа у мелатонина белых это... Сейчас я вспомню. Ладно, я помню, я знаю, что это такое. Бледненький такой. Поэтому пользуются услугами солярия. А ты-то откуда знаешь, что в Сыктывкаре даже солнца нет? Ты была в Сыктывкаре? Кто тебе рассказал? Троюродная тетя через моего старшего брата, через поколение дедушки. Ну слушайте, ребят, если кто-то живет в Сыктывкаре, я вам прям советую летом куда-то уезжать, если, конечно, карантин закончится, и загорать моментально, то нельзя бледными ходить. Ну, как бы кальций не вырабатывается, надо на солнце выходить. Все правильно. Бедные сыктывкарцы. Да какой кальций не вырабатывается? Солнышко вообще-то витамин D вырабатывает. Ну ты даешь. Ладно, пойду позагораю. В алмазной броне. Признавайся быстро. Иначе сейчас тебя на шашлычок пущу. Где бог Майнкрафта? Ты по-любому его видела. Ты здесь всю жизнь живешь. Ты всю жизнь с самого рождения Майнкрафта здесь. Признавайся. Бог Майнкрафта? Кого? Но мне кажется, корову нет смысла пытать. Она 100% тебе не скажет, где находится бог Майнкрафта. Успокойся. Давай мы лучше ее трогать не будем. Пошли. Зачем? Давай мы ее лучше трогать не будем. Там... деревья. Аккуратней! И помни, пожалуйста, то, что сказал бог Майнкрафта в начале серии. Вот как обычно мы зашли, он начал нести вот эту дичь, то, что ночью в темноту на улицу лучше не выходить. И то, что в этом Майнкрафте никто никогда не платит за электричество. Да. Я уже сдалека вижу то, что в этой деревне темно, как в заднице у мистера Крипера. Да ты там. Кого? Мистера Крипера? Был? В задницу мисс... Где? Откуда ты тогда знаешь, что там темно? Каждую серию Майнкрафта мы с тобой в заднице мистера Крипера, потому что мы даже не знаем, что нам ожидать от этой серии. Поэтому давай мы с тобой будем аккуратнее. Тем более, учитывая то, что мы реально играем ночью. Темно, ни одного фонаря, ни одного факелочечка. Я думаю, нам стоит узнать, в чем же здесь дело и в чем заключается загадка. И почему они никогда не платят за электричество, а? Вы что, бомжари, что ли, в этой деревне? Ну, не, как бы я не хочу оскорбить Сыктывкар, но нет. Пока что я не понимаю, что здесь происходит. Так. Он не Сыктывкар, а Сыктывкар. Сыктывкар. Нет. Так, без разницы какая-то...
Сыктывкар. Заходи вот сюда, в дом! Так. А куда заходить-то, йоу, красота, ты где ты? Зажигалка. А? Пошли. Очень полезная вещь. Пошли дальше. Зайди в этот дом, посмотри, что там есть. Я пойду в другие дома. Я не знаю, я один зеваю, когда только просыпаюсь? Наверное, нет. Бля, будь аккуратна, хорош. Тут много мистеров криперов, нет освещения, а вот эти монстры всегда спавнятся в темноте, поэтому, Кать, аккуратно, пожалуйста. Ты не поверишь, что я нашла. Что ты нашла? Так... А мне интересно, а вот этих вот чуваков с длинными носами трогают криперы или нет? Какая полезная вещь, просто безумно. Два света камня. Зажигалка и два света. Кстати говоря, подписывайтесь на наш с вами YouTube канал, кто еще этого не сделал. Здесь ежедневная реакция на Эдисона, ежедневная реакция на А4 и на остальных чуваков. Вот. Ну и к тому же еще челленджи разные, и все. Да. И еще стримы в 19:30 по Москве. А еще у меня альбом выходит 1 мая. Это камня. Так. Да, отойдите вы! Опа! А я. А это Бэтмен! Прикинь, иди сюда! Зайди вот сюда! Зайди! Смотри, что я нашел. Бэтмена. О, это я люблю. Это мне, это вот это мое. Дуримонда, на стенку посмотри, на плакат посмотри. А, ща, подожди, пульки-то заберу. Бэтмен, прикольно. И в чем прикол? Да. Прикольно. И в чем прикол? В том, что это прикольно. Так, я пока не понимаю, в чем прикол. Смотри в окно, смотри. Чё? Мышка пролетела, смотри, улетела, видишь? Летучая мышка? Ага. Пошли дальше. Подожди. Опа! Иди сюда! Что там? Тут были потушенные вот эти костры. Если найдешь еще, говори, я буду их поджигать. Так, подожди, я пока ни черта не понимаю. В этом сундуке две свечи. Смотри. Оп! Ну хоть чуть-чуть посветлее стало. Подожди. Ты не замечаешь вот сходств между каждым сундуком? То, что в каждом сундуке... Закрывай! Ёханый пердак, она сейчас... Охренеть, а как они там оказываются, а? Как они в доме появляются? Чуть всю деревню не разнес. Так, давай осветим вот это. Чё там внутри? Магма. Магма-блоки? Забирай все это. Пошли на улицу. Это редкость, наверное. Улица. Да не нужна мне эта магма. Заходи, давай. Опа, еще один костер. О, это хорошо. Так может... Там же ведь везде темнота. Наша задача в этой серии осветить всю планету. Учитывая то, что сыктывкарцы не платят за электричество, может нам... Да ядреный хрыч, да... Кать, у меня патроны кончились! Здравствуйте. Слушай, тут мышей этих так много, ты не заметил? Как она быстро перевела тему! Ой, знаешь, тут мышей так много, главное ее уже там подождать. Летучих? Нет, я только одну увидел, вот она летает. Не знаю, я уже как минимум три увидела. Либо это одна и та же, либо я их, не знаю, много. Короче, Кать, как я понимаю, наша задача в этой серии осветить все, что только можно. Потому что в темноте всегда обитает зло. И нам нужно поставить здесь как можно больше света. Это пока что только моя догадка. Но почему мы тогда в каждом сундуке находим что-то, что может осветить? Нам еще осталось где-то факелы найти, тогда 100%... Факелы! Моя теория, походу, сбывается! Слушай, так почему жители так достали? Я не то выкинул, как... Твою фуражку! У тебя там все в порядке? Ну как тебе сказать, ослепило, как будто со Второй мировой вернулся. Я вместо... Как будто со Второй уж вернулся. Господи, я вместо факела случайно гранату световую выбросил. Блин, она ж давно была, чё ж, всё помнит. Эдди, вот смотри, что я сделала. Чё? Я светокамень поставила на пшеницу. Ну это хорошо. Ты такой молодец. Спасибо. Кать, ты все дома облутала? Посмотри, пожалуйста, здесь, в этом. Опа, три светящиеся тыквы. Это 100%, вот 100% я тебе говорю, то, что нам просто с тобой надо светить эту деревню. Но пока от чего светить, я не понимаю, может просто? Слушай, так а что жители-то, я говорю, сами-то не могут себя светить ничего. Вы что, ленивые? Вы что, вы кто? Ну, а так... можно было и так хорошо живется. Чего, кстати, мало-то? Бог Майнкрафта тебе сказал то, что они не платят за электричество, понимаешь? Да, потому что у них его нет, все правильно. Не платят. Так мы сейчас, получается, тут понаставили свет, а им потом придется платить. Плати, да? Ах, мы говнюки.
Ха-ха, какие мы! Из-за нас. Ну, получается, как бы, да, но нам так... Но зато мы их спасаем. Зато хотя бы монстры их не будут кушать. Какая разница, мы потом свалим с этой деревни. Да. Слушай, ну, мышки-то, конечно, тут летают, они меня уже изрядно бесят. Может, это пойдем в другое место? Ты говорил, тут одна мышка летала. Смотри, сколько их уже. Раз, два... Далина! Ой, а эти мистеры Криперы нас ненавидят, я тебе зуб даю. Раз. Да, по-любому. Два. Три, четыре, пять летучих мышей. Вау. Офигеть, ребята, сколько вас здесь развелось. Да, походу, это вы хозяева деревни, я так полагаю. Ой-ой-ой-ой, а чё это вы все на меня тут? Это, а чё я вам сделала? О, не, я просто королева мышей, смотри, я повелеваю им. А ты помнишь, да. Ты помнишь, что в начале серии сказал бог Майнкрафта, и как он тебя назвал? Ну как-то что-то мышь. Мышь. Какой там какой-то. Екати мышка кровожадная. Я бы так хорошо не относился к этим мышкам, потому что краски именно они могут так. Они пьют кровь же. Казаться этими кровожадными. А давай мы свалим отсюда как можно скорее. Пошли. Хух, они пережили натиск. Пошли, пошли. Это их. Ну, по-моему, они дружелюбные. Давай, это их деревня. Давай мы не будем возле нее находиться. Кыш, нечистая сила! Да все, все. Мне кажется, они не полетят за нами. Я очень сильно на это надеюсь. Все, давай, пошли, пока они не увидели, куда мы отправляемся. Давай за мной. Так. Ну вот он и закончил школу, значит, золотой медалью этот братец Тывкарец-то, который потом поступил в школу бокса, в институт бокса, знаешь такой, там на магистратуру, значит, он. Институт бокса на магистратуру, что? Вот, потом у него бабушка говорит, да нет, зачем тебе этот бокс, это непрезентабельная профессия. Ну, в общем, как-то так и получилось все. И зачем ты мне сейчас это рассказывал? Ты думаешь, мне интересно знать про твоего троюродного брата из Сыктывкара? Ты только что сказал, расскажи мне какую-нибудь историю. Ну так я не думал, то, что ты 20 минут будешь рассказывать про брата Сыктывкара. О, кстати, пока мы шли, мы на 20 минут. Наткнулись на вот это. Понятно, почему он вырезал эти 20 минут. На крепость, деревню. Вот. Ой. Гробницу, все на залу, не то, что надо. Пошли. Так пойдем в нее зайдем, может там что-нибудь интересненькое есть. Надеюсь, что там есть что-то интересненькое, потому что у меня свет уже кончается, у меня вот этот последний магма-блок остался, больше у меня ничего нет. Я не знаю, как нам дальше все освещать вот здесь, а в темноте я не хочу ходить. Опять эти летающие мыши сейчас на нас налетят. Да нормально, сейчас день наступит, нам и не нужен будет этот свет. Если он, конечно, наступит. Я надеюсь, то, что они выживут. Пошли. А чё, в Сыктывкаре боксерская вот эта академия есть? Да, вот я тебе про это и рассказывала, ты мне, как обычно, не дослушал. Ладно. Аккуратно, мы так давно с тобой в гробницах не были, то что надо помнить, то что вот сюда нажимать нельзя. Ой, так, да. Что у нас здесь интересное? Железо! Мне кажется, сейчас что-то интересное будет. Сейчас кто точно ждет. Ну, золото так, порох. Забирай изумруды. Так, здесь золото, здесь у нас книга на защиту 3. Кстати, это хорошо. У тебя-то зачарованная бронька, у меня не зачарованная, надо будет потом себе зачарить. Так, вот это все забираем, забирай все золото, забирай порох, забирай вот это все. Так, все, давай будем с тобой выстраиваться, я тебя жду наверху. Подожди, ну смотри, здесь нет никаких световых вот элементов. Значит, все не так уж и плохо, значит, это в той деревне только так было. Вот, смотри, я нашел факелы редстоуновские. Понимаешь? И зачем ты их здесь тратишь-то? Ну пускай здесь тоже как бы светло будет. А редстоуновские, отпишите, это что означает? Да чё, не оставлять же здесь темноту. Ну логично, логично. Всё, давай, вылезай! Ща. Ну как-то немножко сыкотно, я тебе скажу, от того, что везде всё так темно, всё закрыто. О, мышка летучая. Всё замуровано просто. Да куда ты выстраиваешься такая? Ой-ой-ой, все. Да, подожди! В смысле, там есть АКБ? Собака-то такая! Как ты ловко-то это пошли, самое пошли, взял. Пошли, вылезай. Отойди от нас! Я вот просто не могу. Она вот знаете, как будто все проблемы прям к ней всегда приходят. Ну и к нему тоже, к Эду. Вылезай давай! Да вы... Чё ты так... Охренеть, а как тут так получилось? Давай! Да вы... Чё ты так на вот это кричишь-то? Посмотри назад! Ну нафиг!
Это что, трансформер, человек какой-то? Ну, я сейчас только что на глазах из летучей мышки превратился. Вы понимаете, он так резко превратился, когда она прошла. Бледно с кожего ядрить, колотить, цитикарца. У меня аж язык сзади, сука, буду разговаривать не могу. Отстань! Уйди, нечистая сила. Да его даже не убить. Пошли. Подожди, ты видел, какой он бледный? Вообще просто белый, как в лесу. Вообще мелатонина не хватает, походу. Загорает! Не может загорать. Сыктывкарец не загорает, они же в отпуск не летают. Подожди. Ты думаешь, это сыктывкарец был? Скорее, а ты видела, какие у него глаза красные? Они же света не видят, в темноте всю жизнь живут. Наверное, из-за этого глаза красные. Да, слушай, наверное, и такие вещи темные... В бункере живет, походу, или в пещере. Чего мы какую-то фигню несем? Это был вампир! Летучая мышь превратилась в человека. Это, наверное, только самые тупые не знают то, что это вампиры! Чего мы с тобой-то тупим-то так? Пипец, так вот почему везде был свет. Вот почему. Так вот, так почему нам давали такие подсказки? Значит, вампиры же боятся света! Вот почему мы должны все освещать! Вот, давай, Кать, сбросимся всем светом, который только у нас есть, потому что он нам пригодится. У меня давай, три редстоун факела, три редстоун факела и зажигалка. Все, больше у меня ничего нет. Хорошо, у меня ничего нет. Мы в дерьме тогда получается, потому что у нас света нет. У меня ничего. Мы в дерьме получается. Вот это прикольно. Хотя бы есть вот то, что имею, как говорится. Так, забирай все это. Вы в дерьме, получается. Да и потопали отсюда. Больше в ту гробницу я никогда в жизни не вернусь. Так, пошли найдем какую-то деревню. Я буду надеяться, что там есть какой-то еще свет. Пошли давай. Так, еще одна деревня. Вроде света там никакого нет. Кать, у тебя снайперская винтовка? Взгляни, пожалуйста, через прицел. Может, увидишь, что там кто-то бегает. Сейчас посмотрим. В окошках все темно, давайте. Никто не бегает и даже никто не летает. Они целуются. Летает. Да, отлично. Я уже тут зачек. Они сделали ребенка, молодцы. Кибамбонил, если ты не против. То есть получается, если они целуются, они делают ребенка. Вау. Против двух. У людей не так. Винюха то не на меня вот. У людей надо не только целоваться. Это что-то напали. Так. Ладно, пошли тогда в деревню. Наша, Катя, с тобой задача найти как можно больше света до того момента, как кто-то... Да... Вы от меня отстаньте! А, так я в руках морковку держу и думаю, что они на меня бегут. Задача найти как можно больше света, чтобы нас с тобой никто сегодня ночью, ну, немножко так за шею не кусянул. Это самое главное. Пошли. Да все норм будет, ща. Да все по порядке, Эдисон. Как макелочков, там костерочков. Смотри, так, заходим, сундук. Он житель. Так, он взял. Стой, да. Сундук, подожди, так. Отойдите, его мы вам жизнь-то спасаем. Так, еще один сундук. В этом сундук. Кать, 5 факелов, я нашел 5 факелов. А тут пусто. А не спавнится автоматом, получается? Вообще в доме, ничего нет. Или другая деревня. Кать, я тебе вообще предлагаю... Опа, 3 факела. Я тебе предлагаю держаться вместе, а то мы с тобой как-то так рассредоточились, то что сейчас на нас сзади кто-то нападет. Так, еще один. Да с чего ты взял, что на нас кто-то западет? Где ты вообще? У меня уже... Мне кажется, Катя положила там факелы, потому что, видите, смотри. Нет. Катя, я тебе вообще предлагаю... Вот, видите, уже открыт сундук. Даю. Это просто Катя туда положила факелы, я уверен в этом. Ну просто сундук же не может быть открытым просто так, правильно? Или может быть. Мне кажется, там Катя положила факелы. Опа, 3 факела. Я тебе предлагаю держаться вместе, а то мы с тобой как-то так рассредоточились, то что сейчас на нас сзади кто-то нападет. Так, еще да с чего ты взял, что на нас кто-то западет? Где ты вообще? У меня! Западет? Никто на вас не западет, я вас буду защищать. Богдан здесь, чтобы не запал на вас никто. Уже... И не напал. Вот это 11 редстоун факела. Я тут как бы смотрю. Бляха-муха, я обосрался. Собака! Это вот это собака! Уйди! Мистер Гриммер! Что ты тут всё делаешь? Сгинь, я сейчас... Санта Лючия, Дева Мария, Пресвятая Богородица! Он тебя укусил! Ты чё с зелёными пупырики вот это? Ну он меня коцнул и половину жизни снял. Я поставил вот эти редстоун факелы, он вроде убежал. Подожди, у меня аж башка чуть немного закружилась. У меня один... А как он оказался здесь? Факел есть, мне не выжить сегодня. Иди сюда, подойди сюда, я здесь все осветил. Они к свету не приближаются вообще, это же вампиры, забирайся.
Ты что на меня-то смотришь? Вы почему за электричество это никогда в жизни не платите? Видите, не платили, у вас вампиры здесь настоящие завелись. Видите, не платили, у вас вампиры завелись. Как в реальной жизни. В городе. Господи, надо истреблять, надо истреблять, ребята. Чеснок берите. Аж башка закружилась-то. Так, винтовочка в руках, я предлагаю куда-нибудь свалить. Скорее, вот туда. Пошли, Кать, у меня остался последний редстоун факел. Больше у меня ничего нет. У меня еще, конечно, зажигалка есть, но все. Подойди сюда. Вот он! Тихо. Собак, отойди, я тебя подожгу, если ты ко мне сюда приблизишься. Отойди! У меня четыре есть. Подойди сюда. Я придумал, что можно сделать. Зайди вот сюда, внутрь. Ты нас хочешь поджечь? Я не нас хочу поджечь, я хочу нас отгородить вот этим линией огня, чтобы они вот сюда даже не заходили. Ну, кстати, они да. Не смогут сюда зайти. Ты смотри, крава... Охренеть, их трое, а как так много? Сиси. Жарковато. Чё, подойти не можете, да? Света боитесь. Четыре, офигеть. Ну и стойте, там собаки... Сейчас я одного пристрелю, всех пристрелю. Да их... не трать ты пули, им это на это все равно. Их пули-то не серебряные. Да, их пули вообще не берут. Чё нам делать-то, Кать? Чё делать? Учитывая то, что мы просто полностью все в огне, нас окружили вампиры, я думаю, что можно ничего не делать, а попрощаться с жизнью. Подожди, может мы здесь дождемся утра, когда начнет светать, они же свалят отсюда, чертовой бабушки, они не могут терпеть дневного света. Слушай, это отличная идея. Просто гениальная. Давай стоять в огне и ждать утра. Ну другого варианта как бы у нас нет, если тебе что-то не нравится. Опа, мистер Крипер сейчас одного вот этого вампира убьет, смотри. Вот так вот. Картошку подорвал. Слушай, Катюх, мне кажется, или уже помалесеньку начинает светать. Вот посмотри туда, в ту сторону, а? О, реально, слушай, можно уже огонечек-то убирать. Нам никто уже не навредит. Ну чё, кровосиси, сейчас поджаритесь немножечко, да? Дракуличий фаршик у нас получится. Ну чё будете делать? Давай, Кать, подходи, у тебя есть какой-то свет? Подожди. Аккуратно. Опа, один превратился уже в мышку обратно, улетел. И второй. О, всё, до свидули. Слушай, так это получается, в той деревне были вампиры вокруг меня летали-то которые? Пять летучих мышей. Ну, получается, днем они тогда летучие мыши, а ночью они становятся вампирами. Да. А ты себя хорошо чувствуешь, а? Ну, нормально, обычно. А чё ты спрашиваешь-то? А вот цвет кожи у тебя вот с ним что вообще стало? А ты чё, решила меня оскорбить? Как в смысле цвет кожи? Всё обычно! А глаза не слезятся, там вот это, красные какие-то очень серьезные. Слушай, давай ты ко мне не подходи, мне на самом деле было приятно с тобой познакомиться, я пойду. Ты чё несёшь, какие красные глаза? Ну глаза красные, потому что... Всё, пока, давай, я поехала куда-нибудь, пока. Нифига себе! Ёшки-картошки. Так эта собака, оказывается, меня всё же кусанула-то за шею в том доме. Это ты был, кровосися! Ну так мне-то сейчас тоже лучше держаться в тени-то. Теперь я кровосисей стал. Кровосисей. Я кровосися. Нет, ну я скажу одно, это прикольно. Хорошая серия. Поржал. Ну вы тоже, надеюсь, поржали. Короче, с вас лайк, подписка на канал. Я посмотрю по вашим лайкам, зашел вам выпуск или как. Вот, поэтому подписываемся, ставим лайки. Серую кнопку делаем, чтобы все были подписаны на наш с вами YouTube канал. Короче, 19:30 по Москве сегодня стрим будет. И до новых видосов. И телеграм-канал в описании. Да.